Эфир продолжает «Время региона». С вами Евгений Гуров. Сегодня в 12:28 с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Рокот» с европейским космическим аппаратом. Боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракетоносителя легкого класса «Рокот». Старт прошел в штатном режиме. Отметим, что нынешний запуск стал первым запуском «Рокота» с Плесецка в этом году. Европейский спутник будет следить за химическим составом атмосферы и изменением климата на Земле. Одной из задач спутника станет мониторинг вулканического пепла.